Землетрясение силой 8 баллов произошло в районе Аляски. Его эпицентр располагался в 24 километрах от острова Малый Ситкин. На побережье Алеутских островов объявлена угроза цунами, но возможная высота волны не уточняется. Около сотни местных жителей эвакуированы из прибрежных районов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. К слову, это мощное землетрясение почувствовали и на Камчатке, однако этому полуострову цунами не угрожает.